я думаю, что как раз с вас это замечательная традиция, традиция преемственности поколений, когда родители будут работать на судостроительном предприятии, их дети учиться в замечательной 55-й школе, вот эта традиция начнется именно с сегодняшнего дня. Самарским школьникам предоставили возможность изучать азы судостроения. К ученикам будут приходить преподаватели из университетов и техникумов и проводить практические занятия. На таких уроках школьникам, например, расскажут о кораблях, профессии инженера, объяснят, как устроен компас. Окончив школу, подростки смогут поступить в Самарский технический университет на факультет машиностроения или в нефтетехнический техникум Новокуйбышевска. Мы знаем, что для каждого человека одно из наиболее, наверное, важных – это как можно раньше определиться, чем человек хочет заниматься вообще в этой жизни, да, для чего он, собственно, рожден. И у ребят такая шикарная возможность, по сути, получить еще даже до техникума какие-то первоначальные навыки рабочих и даже инженерных профессий. В будущем, безусловно, им будет гораздо проще поступить и в техникуме, и в вузы. Я очень рад за наших ребят, за ребят сухой Самарки, в частности, учеников 55-й школы. Профильный класс открыли совместно с судостроительным предприятием в школе номер 55 в Куйбышевском районе. Для учеников отремонтировали кабинет, оформили доску профориентации, сшили жилетки с гербом класса. Профориентационная работа – важное направление деятельности городского департамента образования. Эксперты делятся с учащимися своим опытом, а школьники приобретают необходимые знания. У многих детей родители работают на кораблестроительном заводе. Папа Саши Плехановой – моряк. Теперь у нее появилась возможность пойти по стопам отца. Девочка будет учиться в профильном классе. Они очень сильно обрадовались, потому что это очень познавательно довольно-таки в столь раннем возрасте узнавать такие вещи. Очень круто. Это уже не первая образовательная программа, в которой задействован кораблестроительный завод. В Самарском техническом университете обучают 4-3-курсников. Эти студенты станут инженерами и будут проектировать корабли. Мы будем повышать престиж технических профессий. Вот это наша основная задача, чтобы у ребят не было страха перед цифрами, да, и чтобы они с удовольствием шли как бы в технические науки. Будем работать с классом, организовывая мероприятия по профориентации в сфере кораблестроения, патриотического, культурного плана. Мы надеемся, что удастся сформировать правильные ориентиры у школьников. Судостроительное предприятие будет всячески помогать школе. Откроются тематические кружки, клубы, музей самарского кораблестроения. В кабинеты закупят новую технику. Светлана Кудрявцева, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События.